мне очень понравилось, полно впечатлений, в принципе, я давно пыталась сделать хоть какой-то шаг поближе к экстриму, потому что не такой человек, который способен на какие-то сумасшедшие поступки. И советую всем, кто, допустим, пытался прыгнуть с парашютом, но не находил себе сил, это будет, я думаю, первым шагом как-то заняться спортом и посмотреть на Киев с другой точки зрения. Мне очень понравилась такая эмоциональная поездочка получилась. Я думаю, что это отличный способ прокатиться, посмотреть на Киев, посмотреть на Днепр. И, ну, в общем-то, летом даже, может быть, перебраться с одного берега на другой и позагорать, потому что Киев летом действительно прекрасен. Молодцы ребята, что такое придумали. Запустил. Запустил. Киевская канатная дорога называется троллей. Кто летает на троллее, тот становится смелее. Кто первый раз боится, второй раз ничего не боится, потому что понимает, что боялся напрасно. Все нежно, плавно, аккуратно. До середины скорость набирается до 60 км в час, после середины плавно снижается. К финишу подлетаете медленно, зависаете над финишной площадкой, вас отстегивает инструктор, вы спускаетесь по лесенке вниз. Олег, это все из-за тебя. Поехал.